Дорогие болельщики Минского «Динамо», от всей души, от всей нашей команды, от руководства хотелось бы сказать огромное спасибо за такую поддержку, которую вы сделали в матче с АЭКом. Очень тяжело после таких матчей. Очень жалко, что не прошли. Но хочу сказать огромное спасибо всем болельщикам, всем, кто пришел нас поддержать. Все старались и отдавались по максимуму, я надеюсь, вы это видели. Ваша поддержка очень сильно помогала нам. Там было очень приятно играть при таких трибунах, и было слышно каждого болельщика. Приходите на наши матчи, поддерживайте нас. Мы в вас верим, мы в вас нуждаемся. Давайте вместе будем идти до конца сезона, и от каждой игры будем только ждать победы. Мы надеемся, что вы точно так же нас будете поддерживать во всех матчах. Спасибо вам большое.